когда появится, начнется, или сигнала хорошего нету. Посмотрим. Всем доброе утро, сейчас 10:24 утра. Интересная ситуация, хочу сказать. Я нахожусь сейчас в Волуши Каунти, это между Генсвиллом и Джексонвилл. Такой вот маленький такой сельский район. И я ехал сейчас по сельскому хайвею, и вот у меня такая вот была мысль. Вот мы каждый день говорим о политике, о Байдене, о Трампе. Мы воюем между собой, высказываем ненависть. Деремся на улицах. А вот на моих глазах сейчас произошел такой случай. Я ехал по хайвею, с правой стороны от меня шла большая фура, груженная лесом. Вот. И видно, ребята очень плохо этот лес привязали. И фура довольно шла на большой скорости. И сзади нее шел маленький SUV. И в секунду с этой фуры полетели бревна. Я шел третий в линии. Я успел уйти на зеленую полосу, там, потому что два больших сельских хайвея, а посередине зеленая полоса. Вот. А вот этот человек в джипе, он не успел это сделать, и бревно влетело к нему в лобовое стекло. Вот. Так как я шел уже на большой скорости, я не успел остановиться, я пролетел, но сзади были другие машины, слава богу, что я под это бревно не попал, я успел уйти в сторону. Вот. И вот смотрите, как человек, я думаю, что жизнь этого человека оборвалась только что. Вот. И он, наверное, тоже жил, думал о политике, пытался или голосовать за Трампа, или за Байдена, думал о будущем своей страны. Вот видите, как на хайвее в течение 5 минут чьими-то чужими руками его жизнь остановили. О чем я говорю? Помните, как говорил Булгаков? Мастер Маргарита, человек смертен, иногда смертен внезапно. Поэтому, как говорится, мы должны беречь каждую секунду, каждую минуту своей жизни, радоваться своим детям, своим внукам и убрать вообще чертову мать и ненависть, вообще убрать и просто быть хорошими друзьями, уважая друг друга. Вот в последнее время, знаете, в нашу страну, в Америку, приехало очень много иммигрантов, приехало очень много разных людей. Я в последнее время на русском фейсбуке часто слышу комплейны, ну, жалобы на Америку. Люди вот тут прожили всего там 2-3-4 месяца, там полгода, 2 года, и уже начинаются жалобы, типа вот какая страна плохая, тут все плохо, да это плохо, там плохо, а медицина плохая. И я всегда говорю, что вы здесь делаете? Езжайте назад домой к себе, Россия, Украина, Грузия, там Казахстан, и здесь вам плохо, поднимайте свои страны, чего приехали в нашу страну сюда, и что-то вам не нравится. И особенно, когда очень многие кричат, что медицина плохая в Америке, что ужасная медицина, вот вообще, вот надо ехать в Белоруссию, в Россию, там все круто. Я вам хочу сказать, у меня есть сынуля, вообще у меня 4 детей, но у меня есть сынуля, и ему 4,5 годика, и недавно он заболел. Слава богу, все обошлось, все нормально, но заболел, перепугал меня очень сильно. И мне дали направление в Димаджио, детский медицинский центр, который находится в Голливуде. И вот я хочу сказать, из всех жалоб на американскую медицину, как кто жаловался, что там просто сидят уникальные люди, уникальные врачи. Меня приняли в этот же день, когда я позвонил и сказал, что у меня ребенок болеет. Вообще отнеслись феноменально, назначили все тесты. Мы за неделю прошли все тесты, которые только можно было пройти. Ни одной секунды не было, ни одной заминки не было. Страховая компания все оплатила. Кровь взяли, ультрасаунд взяли, это УЗИ, а кетскен сделали, эко сделали. Это все было сделано за одну неделю. Мы не успевали по этим тестам бегать. Врачи звонили ночью, врачи оставляли свои мобильные телефоны, с которыми я мог связаться даже в 3 часа ночи. И пускай мне потом рассказывают, что в Америке плохая медицина. Вот это меня больше всего бесит. Офигенная медицина, офигенно относится к людям. Просто надо поболеть, потому что нормальные врачи, они, конечно, разные люди. Но то, что касается детей и emergency, вот я лично сам столкнулся, могу сам для себя сказать, это было круто, я до сих пор благодарен этим врачам. Мы еще не все закончили, я надеюсь, что все будет нормально, и мало у меня поправится, и там ничего страшного не будет, это просто возрастное. Но самое главное, все сделали быстро, четко, и вообще я был в шоке.
и персонал как относится к детям, и как там врач на коленях стояла перед ним и играла с ним, когда он пришел, и как в госпиталях, вообще это было все просто феноменально. Я не думаю, что ни в одной стране мира так относится к детям и так относится к emergency медицине, как здесь. И не думаю, что в России, когда ты придешь с больным ребенком, что тебе в течение недели сделают все, что тебе надо сделать, самым лучшим центром города, и тебе не будет ни копейки денег. Я, конечно, понимаю, что есть очень много нелегальных иммигрантов, которые есть дети, они не могут себе позволить, у них нет страховых полисов, у них нет, им приходится платить наличными, но извините, it is what it is. И мы такие, жизнь такая, вы знали, куда вы едете, вы знали, что такая вот жизнь здесь. Это капитализм, это не коммунизм, не социализм, за все надо платить. И те люди, которые хотят теперь нашу страну превратить в коммунизм или в социализм, чтобы у нас была общая медицина, чтобы все стояли в очередях, нифига, не надо нам это. Вот что я хотел сказать. Берегите жизни, берегите себя. Это очень важно, потому что когда человек вот ходит, он здоровый. У меня так было один. Я ходил, был здоровый, все один день свалился. И когда ты заболеваешь, когда у тебя ребенок заболевает, да тебе по барабану. Политика, любовь, секс, бизнес. Тебе все по барабану становится. Ты просто стоишь и думаешь, как бы твой ребенок быстрее выздоровел. И ты готов отдать все в этой жизни, все, буквально все, включая свою жизнь, чтобы не видеть, как твой ребенок плачет и говорит, допустим, там, папа, не веди меня сюда, мне здесь больно делают. Понимаете, да? Вот это самое важное. Пожалуйста, услышьте меня. Потому что, ну, такую информацию можно редко, тем более, от меня услышать. Вот теперь вернемся к нашим баранам политическим. Это так, уже в двух словах, это, например, так, наконец. Ну, что могу вам сказать, что, как всегда, что я, как я ожидал, и мне я ожидал демократов, они свалились с дебатов, они предложили Трампу сделать дебаты по Zoom, вообще офигительно, да, чтобы посадить там какую-то картонку и заключать запись. Вот Трамп красавчик, Трамп сказал, ну, ребят, идите-ка вы нахуй, не будет никакого дебатов, если вы так себя ведете. Вот поэтому дебатов по Zoom не будет. Но больше всего, что меня удивило, после дебатов вице-президентов и кандидата вице-президента, вся страна демократическая, глубоко усугубляясь, обсуждает муху. Блядь, муху мы обсуждаем, у нас страна рушится, непонятно, что происходит. А мы за мухой. Вот муха так сидела, муха сяк сидела. Это насколько надо было деградироваться, чтобы просто, ну, вообще ужас. Сейчас, кстати, давайте я перейду, посмотрю, как сельские хайвеи у нас выглядят. Вот я сейчас нахожусь на сельском хайвее. Это хайвей соединяет Волуша Каунти, по-моему, не помню, что там. Мы хотим дорога, идущая в Джексонвилл. Вот, нет трафика, шикарная погода. Смотрите, какие леса какие у нас здесь. Вообще офигенный штат Флорида. Спасибо Господу, что мы попали в этот штат, что мы живем в этом штате. Ну, давайте так дальше. Обсуждают муху. Вот насколько деградировала вообще вся эта жизнь американская. Вот. Ну, осталось всего 4 недели. Надеюсь, мы сделаем себе правильный выбор. Вот. И не будем слушать всяких русскоговорящих, крикливых мальчиков, что Трамп плохой, Трамп такой, Трамп офигенный. Ребята, у нас сейчас выбор. Выбор свободы или выбор, сами знаете куда, в ад. Пожалуйста, выбирайте свободу. Вернемся назад. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Вот, всем большое спасибо, я люблю вас, ребята, спасибо, что меня слушаете. У меня маленькая просьба, часто видео будет на YouTube обязательно, потому что Facebook его заблокирует, я знаю, оно делает это сразу. Выйдите на YouTube, ставьте мне лайки, потому что лайки мне очень сильно помогают. Берегите себя, берегите ваших детей, берегите ваши семьи. Ничего важнее в этой жизни, кроме ваших детей, семьи, ничего нету. Никакой нахрен политики, ни денег, ничего. Потому что нельзя быть богатым и несчастливым. Лучше быть средним, но со своими детьми и, сами понимаете, в любви. Всем до свидания.